Ту-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу до 40 тонн. Это также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Среди летчиков получил прозвище «Белый лебедь». На вооружении Ту-160 стоят стратегические крылатые ракеты Х-55СМ, которые применяются для поражения стационарных целей, имеющих заданные координаты. Их ввод осуществляется перед вылетом бомбардировщика в память ракеты. После соответствующего переоборудования бомбардировщик может оснащаться и свободно падающими бомбами различного калибра, включая разовые бомбовые кассеты, ядерные бомбы, морские мины и другое вооружение. Мощный рокот на разбеге разрывает небосклон. Это дальние стратеги занимают эшелон. Высота 12-300. Грозовой минуя фронт, справа чисто, слева чисто, держим курс за горизонт. Мы летаем далеко и долго, полк родной надежный ориентир. Наша жизнь — полет, чувство долга. Отвечать за этот хрупкий мир, отвечать за этот. Послушная машина с человеческой душой. У нее и сердце даже, ум и строгое лицо. И, конечно, в фюзеляже кое-что для наглецов. Мы летаем далеко. Жизнь, полет и чувство долга. Отвечать за этот хрупкий мир, отвечать за этот хрупкий мир. Там, где звезды до восхода хороводят вальс постой, высоко в нейтральных водах примем на борт 30 тонн. Как вовсю кипит работа, знают только небеса. Куртки мокрые от пота, да усталые глаза. Мы летаем далеко. Полет и чувство долга. Отвечать за этот хрупкий мир, отвечать за этот хрупкий мир, отвечать за этот хрупкий. Отвечать за этот хруст.